Долгожданные встречи после летних каникул и первый звонок на урок. В городском округе Люберцы в этом году за парты сели более 5500 первоклассников. Как прошли торжественные линейки в школе новостройки «Созвездие» и в обновленном корпусе 18-й гимназии, узнала наша съемочная группа. Первая торжественная линейка. В руках цветы, на лицах улыбки. Детских голосов и шума здесь еще не было. Школа «Созвездие» в жилом комплексе «Первый Лермонтовский» достроена в этом году. И впервые открывает двери. Со знаменательным событием учеников и учителей поздравил глава городского округа Владимир Волков. Ребята, старайтесь, получайте знания, стремитесь учиться. Быть, конечно, если не пятерочниками, то хотя бы с хорошими оценками, хорошистами. Ребята, старшеклассники, также завершайте процесс школьный, переходите уже на другую ступень, поступайте в высшее учебное заведение. Мы всегда ждем вас, ждем в нашем округе, как уже специалистов дипломированных. Наша школа – это не просто здание, это место, где мы будем получать новые знания, где мы будем развиваться и расти. Хочется выразить слова благодарности всем тем, кто создавал эту школу. Огромное вам спасибо! Кто круто ждал такого? Не сомкнул почти что глаз. Я шагаю гордо в школу, самый главный первый класс. Главные герои праздника – первоклассники. В «Созвездии» их больше 200 человек. Среди них Мария Беляева. Свой первый учебный день ждала с нетерпением. У нее важная миссия – дать первый школьный звонок на урок. У нас сегодня день, праздник, день знаний. Я пошла сегодня первый класс. Я очень ждала, и я рада. Я сегодня дала первый звонок в нашей школе. А в поселке Томилино учеников встречала 18-я гимназия. С конца 23-го года корпус был закрыт на капитальный ремонт. Сейчас работы на стадии завершения. Первоклассников с их первым учебным годом поздравили представители администрации, учителя и родители. Сегодня замечательный праздник, 1 сентября, День знаний. Мы открываем сегодня наш новый обновленный корпус гимназии после капитального ремонта. Сегодня первыми вошли в новый современный корпус наши первоклассники. На ближайшее время мы завершаем все ремонтные работы, и в ближайшее время мы уже полностью наш корпус наполнится детским смехом ребят с 1 по 9 класс. Всем первоклассникам в честь Дня знаний раздали мороженое. Всего в городском округе в этом году начнут свою работу 4 новые школы. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, Люберецкое телевидение.